То есть там мог быть сильный лидер уже с экономикой дикой. Но там люди воевали тоже. На днях, говорит Дрю, переехал в другой город, когда собирал комп на новую квартиру, почувствовал себя как дома. Когда собрал комп на новую квартиру. Ну, ой, эльфы. Блин, эльфы нам могут позволить 3 из 3 сделать. Посмотрим, что за герои. Мне, по сути, тоже окружение не столь важно. Хотя я понимаю, что вот в той же самой... Игорек поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо за фан. Спасибо. Сотка на жестокусы. Спасибо за спасибо. Я... Мне особо не нужно. То есть комнатка с компом, с интернетом, и погнали. То есть тут работать можно, тут играть можно, все есть. Но я понимаю, что, например, в Белгородской здесь области гораздо лучше... Хоть у нас производства тут особо нет, но в целом я по-другому... По-другому дышать начинаю, чувствовать себя, когда оказываюсь за городом. Ну, больше кислорода, видимо, чище воздух все-таки. Поэтому... Вот. Ну и меньше аллергии будет, потому что там не будет порошка дома. Респ у меня плохой. Потому что здесь рампа, особо выйти... ну, сложно будет выйти. Надежда, что сосед у меня будет не очень агрессивный. Как же история Милли Найтхэлла и Ванессы Алмиры. История отличная, но вот баланса там никакого нет. В третьей кампании, по крайней мере, на максималке. Так, я скажу Пянтыч. А Эмилия я очень хороша, стрел. Конечно. Один выстрел, один труп. Твой ход. Эмилия Найтхэвен. Приказа. Мне бы дамага Алекс дойти. Алекс в эфире поддержал ваш канал. ОМК неплохой. Сообщает, а как поддержать денюжкой прохождение Дищи плюс 2. Также спасибо за Fly Warcraft в целом. Да, блин, забыл. Да я пока Disciples не планирую. Там хоть и есть челлендж, но я даже подумывал его отменить. Чем бы заняться? Да. Здание готово. МК хороший герой. Кто еще не видел меня, он может внести, так скажем, свою лепту. Но у него есть проблема, в отличие от Таурена. Например, что он не умеет нормально в макро. То есть он не сочетается с... Так у меня уже один какой-то андед. И второй андед. Капец, соседи, а? Понимаете? Сразу уже не очень. Кто еще не видел меня в бою? Ой. Чем бы заняться? Твой ход. Раступись. Тут скорее для темпа атакуем. Все-таки через клэп. Кто еще не видел меня в бою? Я готова. Чем бы твой заняться? Твой ход. Здание готово. Кто еще не видел меня в бою? Недостаточно золота. Да. Андедов быстро не убить. Особенно более-менее толковых. Фаст медведи, возможно, но это не такой универсальный подход. Поэтому я не люблю соседей. Тебе нравится игра? Я не играл ни разу. И я боюсь, что может быть то же самое, что и... Приказ поняла. Жду приказа. Да? Жду приказа. Твой ход. Не проблема. Я готова. Там уже андет идет. Скорее всего, он ко мне в спину выйдет, а я не успел бы. Короче, мне нужно здесь приказ арчей его довести, виспа довести. Что-то я его потерял из виду. Да? Ладно, погнали. Кто еще не видел меня в бою? Ну все. Укажи мне путь. Так, еще один мануэл. Кто еще не видел меня в бою? Для темпа еще один клэп. Хотя бы немножко перераспределить дамаг. Приказ поняла. Чем бы заняться? Да. Цветок зверем. Редкостная чушь. Да. Чем бы заняться? Что дальше? Дальше Магас, пожалуй. Нельзя.
Начинаю немедленно. Да закажем еще арчу. Да, закреплено уже. Тут тоже закреплено. Ай-яй-яй-яй. Ну попробуем. Какую-нибудь желтую точку, может быть, еще кого-нибудь шугануть с нее. Ну и с центра надо валить, там уже нечего ловить, только проблемы себе. Так, делаем так, делаем так. О, это хороший. Нет, стоп. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Пусти меня, пусти меня. Твой ход. О, великий воин. Кто еще не видел меня в бою? Здание готово. Да. А? Чем бы заняться? Так. Да. О. Ну, такая случайная мелочевка помогает. Особенно учитывая то, что здесь третий левел мы получаем. Наверное, давайте я подожду следующего героя. Если он будет сочетаться с молотком, возьму молоток. Если будет сочетаться с клэпом, возьму клэп. Правильно? Есть же в этом логика, есть. Блейдмастер. Скорее молоток. Правильно? Это опасненько. Эвок. Возвращаюсь. А внизу какой интересным. О, там Дрю подарил прям очки. Мне нужно сейчас понять, кто из них наименее сильный, так скажем. То есть с кем мне лучше начинать зарубаться. Что прикажешь? Это посложнее. Хороший будет, я думаю. Есть. Наши воины вступили в бой. Ой, да ладно, ну брось, ты что делаешь-то? Слишком просто. Твой ход. Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! К оружию! Что поручишь? Да? Что чем прикажешь? Кто еще не видел меня в бою? Так, ну он там защищается. Вообще, я могу попробовать перестраховаться и поставить, закрепив предварительно, естественно, нычку между ними, по центру. То есть у меня состав неплохой для того, чтобы попытаться быстро убить врагов. Да, ведь? Думаю, да. Получится или не получится? Реально сейфови, мне кажется, будет, чем... Чем бы заняться? Да? А? Да? Чем бы заняться? Арчей 6, гипосов тоже будет 6. Что прикажешь? Кто еще не видел меня в бою? Сейчас надо... А? Железно. Его спровоцировать. А? Сделать Hunter's Hall. Да, сложновато будет справиться. Укажи мне путь. Ну, шестью гипосом я довольно быстро справлюсь с воздухом. Да? Что, ну, все. Погнали. Жду приказа. Хорошо. Ой, он сожрал. Да, блин. Оружию! Я готов. Да. А?
Ну, я потерял 2 харчей и 4 гиппосов, но в целом все могло быть значительно хуже. Так что возвращаемся. Заказываем 3-го героя. Пытаюсь восстановить ману. Блин, там арчающе. А второй еще рядышком. Да, блин. Что ж делать там? Что ж делать? Делать. Базу ставить по центру. Надо крепить нужно там для начала. Блин. Железно. Чем бы заняться? Раступись. Да. Мы хорошо его подрезали. То есть в целом почти 5-й МК, почти 3-й. Ну и взял я этот еще. Как его? ДК 2-й, 3-й. Херокилл может получиться неплохой, но в целом, мне кажется, здесь лучше работать по... Твой ход. Ну, бери ее. Ну, бери, что тут? Да. Серьезно? Приказ поняла. Что? Неправильная цель? Жду приказа. Что это за баг-то? Вы видите? Я не могу гиппогрифом взять арчу. Железно. Спасибо Близзардам за это. Никогда вообще такого не было за... на моей памяти в Варкрафте. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Никогда. Я готов. Да. Твой ход. А на этого... Это неправильная арча. А не неправильный гиппос, представляете? Ваша меда-то какая. Надо постоять, повтыкать по центру. Возможно, кого-то собрать чисто... Ну, то есть защитить экспант и попробовать в центре кого-то подрезать. Возможно, лимит не позволяет. Никогда не было такого фулл хп, тоже никогда не нужно было. Ой, слушайте, а здесь оказывается даже и... Может здесь 3-й клэп вообще взять? Для темпа исключительно. Даже вот так вот сделаем. Какой же обитый тут. Не, здесь надо лорница было делать все-таки. Да нечем мне лечиться. Корона королей есть, но... Чем бы заняться? Как? Да. Правлю Блейда сюда домой. Да, владыка. Кто еще не видел меня в бою? Может, реплешмент есть? Во, реплешмент давай. Дорогу! Тут, может быть, нужно выходить тоже из лимита. Чем бы заняться? Выступаю немедленно. Мое терпение истощилось. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Так, одного прогнали. Есть ли здесь еще? Выступаю. Есть. Немедленно. Нифига себе. Но там подходит эльф, я бы не стал. Что прикажешь? Кто еще не видел меня в бою? А, блингдагер. Что поручишь? Да вот, нужно, конечно, брать это. Я пока не буду лезть туда. Я должен подождать немножечко и рвануть. Только что ждать? Чего ждать? Корона королей. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Давай, ну. Недостаточно золота. Он мог уже закрепить. Я слишком долго думал. Точка, конечно, там жирная, но... Да, есть. Фокс плюс 15 тиснул.
Да, успел. Кстати, успел, потому что артефакт взял этого товарища, тоже, похоже, забираем. Цветок возрождения шикарно. Здесь выходим из лимита виспами. Тут вторая аура. В целом неплохо. Алкур, это случайно не андед, который рядом со мной был? Так, ну здесь постепенно медведи для Риджува. База скоро начнет приносить свои плоды. Я бы не стал делать виспов, потому что нет свободных ресурсов. Алкур, знакомый никнейм. Давай-ка, грейт, ультразрение. Восстановимся Маутон Кингом. Возможно, стоит... А, эвок, не... Эвок же. Возможно, корону королей надо имке передавать. Учитывая то, что у него все с магией хорошо. Можно попытаться с наскока убить вышку, если его здесь рядышком нет. Во, хорошо. Блайдмастер поднимается тоже потихонечку. Вижу, что он там работает. Шикарно. Тайминг превосходный. Все готово. Ну, он воевал. Отлично. Это дает мне возможность поставить еще одну нычку. Далее. Далее. Шреддер обязательно нужен. Убиваем, потом на Your Hero Must Die лезем. Здесь Риджув, здесь медведь. Еще один Риджув, еще один медведь. Сюда выходим, ставим базу. А, там Митвегены работают. Ладно. Мунвелы необходимы тоже, которые я где-то как-то с ними завтыкал. Ставим нычку, убиваем акалитов. Но этот следующий. У него, похоже, похоже, тоже проблемы с... Проблемы, в общем. Заказываю еще двух виспов. Даже больше надо заказывать виспов. Погнали. Вот, пошел процесс, да, ведь? Пошел, говорю, пошел. Качаем тут блейда, да, до следующего. Базу ставим раз. Пятый получим, побежим сразу в центр затариваться. Естественно, третьи криты. Когти плюс 15 нужны. Что еще? Ну, Шреддера. Пока Шреддера нет, придется вот так. Увы. Чем бы заняться? Что прикажешь? Что поручишь? Не видел меня в бою. Я готов вершить месть. Когти плюс 5 фигня. Серклетку возьму, ботинки возьму. Даже две пары. Передам героям. Блейдмастер один из плюсов FFA. Это то, что он может сравнительно безопасно бегать закупаться. Для всех остальных это сопряжено почти неизменно с риском. Тебя поймают. Будут проблемы. А у него, как вы видите, в этом плане все ок. Передаем ботинки.
перчатки. Серьезно? Коллега пришел. Неплохие у него, блин, герои. Много расстрелян. Здание готово. А тут другой опасный весьма товарищ. Что-то я не готов сражаться, друзья. Лимит неполный, медведи битые. А, понял. И откуда ж коллега-то пришел, раз... Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Жду приказа. Вперед, к небесам. Да. Запасов ресурсов нет. Конечно. Кто еще не видел меня в бою? Блин, как плохо. Да, у меня сейчас минус две базы делают люди. А, его еще прибивает другое. Ну, молодец, конечно. Все, возвращаемся, восстанавливаемся. Да, это он ливает. А там рифлы кастеры. Капец, а почему так жестко-то все? Против одного этого. Уже три человека только что были. Вот, вот было. Один пришел раз, второго убили два, и третий убил следующего три. И мне сейчас уже... поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Анионг, привет. Один игру с вами сыграл. Так. Получил СМФ рядом с Таурином и Димкой. Да. Получил Юлей. Все равно доволен. Да. С почином, как говорится, да? Чем бы заняться? Жду приказ. С почином. Да, владыка. Кто еще не видел меня в бою? Так, ботинки передаю. Сейчас сайленс надо использовать, я совсем забываю это делать. Надо левого сейчас пытаться убивать. Здесь восстанавливаю базу для начала. Чем бы заняться? Жду приказа. Кто еще не видел меня в бою? Да, владыка. Денег нет, ресурсы пытаюсь восстановить. Есть хорошие артефакты, но денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Сашо говорит ГГ. Тоже ливает. Блейдмастер с 5 уровня с дополнительной короной королей. Это лучше, чем там 5 лимита достроить. Ладно, это, конечно, не 5, а дороже. Но это будет работать и не занимает лимита. Поэтому я лучше... И надо посмотреть, какой состав вот здесь у хавков, рифлов. То есть, насколько там опасный вообще человек. Но желательно, наверное, мне пока не торопиться. Потому что до сих пор с лимитом беда. Денег нет. Давайте посмотрим. Скорее всего, тут... добиваются еще рейнджер, карифлы. We can fly 2, 3. Но выглядит фигово, конечно. Выглядит он очень здесь фигово. По составу. Потому что клэп развалит. И... ой, все. Грейдов у меня, конечно, нет достаточного количества. А, там еще хошки. Ну, там сайленс, окей. Сайленсом можно... сайленсом можно справиться.
Давайте провоцируем. Может, он стелепортируется вообще. Тогда я сало на него и клэп можно попробовать успеть сделать. Коллега левает. Ага, и он идет отсюда. Окей. Я думаю, гиппогриф арчами мы должны с этим справляться. Тут еще аватарка есть. Давай не будем лезть, пока сначала доделаем апгрейды. Тут еще андед что-то возбухает неподалеку. Уанло. Раненые свинья. Так, давай-ка закажемся. Это эльфийская МШМ. Алькур поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: Микер, спасибо за игру и за эмоции. Спасибо. Удачи за спасибо. В финальной катке. Даешь снова топ-1. Спасибо. Что прикажешь? Я готов вершить месть. Блин, не знаю. Погнали. Агрейд надо делать. Шредера надо брать. Ой-ей-ей, не успел эскейп нажать. А, там он сражается с мэфом. А СМФ это... Я не факт, что к нему сейчас готов. Вообще не факт. Грейды у меня недоделаны. Давайте-ка лучше попробуем. Рунный браслет — хороший артефакт. Давайте на андеда лучше, вот на этого. Мне нужны... Нужен Шреддер, во-первых. Алтарь пробуем убить. Вместе с Зиггуратом. Два грейда на атаку, леса нет. Все, можно теперь в херокил. Помним, что у нас есть салом. Ага, он слева идет. Ну погнали. Можно молоток, спасибо. .332 крит. Быстро довольно-таки уходит. Жалко, что он ливнул до того, как я успел. Да, у я экспу не получаю. Увы. Он can fly. Как-то сюда. Надо потихонечку уже делать химерочек. Делать апгрейды. Постоянно надо отправлять. Освобождаем. Постоянно в центр нужно. Нет, это не нужно. Давай вытаскиваем виспов, учитываем. Требуется больше древесины. Что прикажешь? Блэйд затаривается. Да. Ботинок, что может, поручишь? Ему тоже немножко не хватает. Амулет маны стоит пока взять. Ну, Маутон Кингу передать. Что поручишь? Ему маны всегда не хватает. Всех виспов сбагриваем, те, которые, по крайней мере, лес добывают. Исследование завершено.
поручишь? Есть. Так, а здесь у нас кто? Реникус. Опасно. Очень странный битый блейд. Да, владыка. Че, виспо больше нет? Чем бы заняться? Да. Что поручишь? А где Шреддер-то? Блин, Шреддер что ли нет? Шреддера убили что ли? Похоже, Шреддера убили. Да ладно, ну чё вы, ну серьезно? Да. Кто еще не видел меня в бою? Как? Я мог мискликнуть, конечно. Да. Ой, СМФ это Урен. Иди, мой архмаг. Здание готово. Кто еще не видел меня в бою? Здание готово. А? Чем бы заняться? Да. Я готов вершить. Да, покупал. А, прямо в магазин убили. Ладно, побежали дальше, смотрим, кто здесь. О, Роди! Да, владыка. Кто еще не видел меня в бою? Что прикажешь? Мое терпение истощилось. Оружию! Быстро. Роди атаковал соседа своего успешным. Наш рудник истощен. Убиваю пока ему добычу. Чем бы заняться? Ну все. Выступаю немедленно. Вообще нужно талончиков сделать с отрицательной броней. Кто еще не видел меня в бою? Железно. Да. 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 Чем бы заняться? Надо сейчас, в отличие от СМФа, то есть по сравнению с СМФом, быстрее убивать врагов. То есть получить хорошее преимущество по экономике и по уровню героев. А еще желательно бы... Опа, стоп. Да ладно. А где молоток-то? Алло. Шедр не готов, Бу болевает. За Космоданием. О, кто-то идет, ребят. Аккуратненько. Ну, гипсы того. Ага, он телепортируется. Может, наверх. Я не знаю, куда он тпшится. Мне кажется, надо. Да, он пишет ГГ, хорошо. Шеддер не готов. Блейд побежал затариваться. Да все побежали затариваться, тут нет смысла стоять. Нет, есть смысл, чтобы шахту убить. А здесь что? Здесь прибежала шахта, 100 лет стоит, не добывает ни черта. Идем дальше, пытаемся. Давай так. Да, нужны когти, в идеале, конечно, не когти, а короны. Короны покупать массово. Есть хороший этот... Аура. Почти истощен. Что поручишь? Угу. Да, владыка. Побежали. Чем бы да? Бедный МК, у него маны нет уже. Кто звал меня? Да. Я готов вершить месть. Кто еще не видел меня в бою? Да. Мое терпение истощилось. Ну, я скидываю те вещи, которые мне слоты занимают. Чем бы заняться?
Добавляем производство. А там СМФ у нас кто? Эльф, да? Ага, еще вон лоу живой. Классно. СМФ One Law — это довольно опасное сочетание. Беру корону королей. Так, думай. А что думать? Нам нужно шедра покупать. Причем я не могу купить шедру, мне леса не хватает. Надо его купить прям и убрать, соответственно, виспов. Наши воины вступили в бой. Убрать арчей. Ну, против андедов, против эльфов уже нет смысла гипогриф арчерок делать. По понятным причинам. One Law, Саншой. Ну, там довольно серьезно все. По армии One Law, по крайней мере. Я готов вершить месть. Производство добавляем. Большой. Следующий амулет, наверное, делать не стоит. С лесом проблемы, с грейдами проблемы. Пока виспов не буду ушатывать, пусть добывают. Надо сейчас сделать грейды. Блин. У меня One Law здесь. Я бы его попробовал вернуть просто. Черт. Я не готов воевать сейчас. Просто не готов воевать. Залетаем сюда. Хороший выбор. Хороший выбор. Наша священная роща свернена. Кто еще не видел меня в бою? Да. Что прикажешь? Есть. Чем бы заняться? 300. Кто еще не видел меня в бою? Да. Чем бы заняться? Да, владыка. Блейд побежал. Извините за громкий звук, потому что кот как бы он... Кот не понимает по-другому. Но мне кажется, нужно сейчас исключительно играть в чисто гипосов. Чем бы заняться? Чисто в гипосов, причем... Кто еще не видел меня в бою? Причем гипосов как-то у меня маловато выходит. Ага, вот еще один. Кто еще не видел меня в бою? Вроде бы... И медведя надо построить. Всего одна химера, а уже лимит 85. Медведь для рыка. Угу. Ну что вы хотели, естественно. Наши воины вступили в бой. Шредера нет, убираю виспов. Что? Опять шредера нет? Да какого лешего? Что у меня происходит? Как он умирает так постоянно у меня? Шредера у меня долго не живут. One Law опасный. Но наверху еще же... Да, карта поделена. Где-то... Наш рудник истощен. Где-то так. Она поделена. Здесь нельзя пустить корни. Беру шедром. Почему шредер постоянно умирает? Сколько можно? Сколько можно? Кто еще не видел меня в бою? Так, ну я жду когтей и этих. Делаю еще, скажем, парочку талонов надо сделать. Добываем ресурсы здесь. Да. Чем бы заняться? Наш рудник истощен. Угу. Что дальше? Исследование завершено. Тут дерево молодец, идиот. А? Да. Есть. Кто
еще не видел меня в бою? А, грейды же, грейды у тебя не доделаны. Вон, третий. Чем бы заняться? А после этого уже можно думать, на кого... на... Наши войны вступили в бой. На кого нападать. Я готов вершить месть. За короля лича. Беру паладиновскую ауру. Зря я, кстати, тут. Я прилетел. Требуется больше древесины. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Есть аура полезнее просто, чем инфернал разовый. Тактика Мануэла. Да, Мануэла было бы хорошо, особенно где-нибудь здесь выстроить их между. Это уже пора делать. Здесь строить нельзя. Требуется больше древесины. Древесины не хватает. Там Шредер задолбается носить. С моими запросами. Сразу заказал миллион... миллион всего. Ну ничего, он там быстро дотаскивает. По две сотни. Амулетов Spell Shield, хорошая тема, но я не знаю, кому. Блейду, что ли? У него иллюзии уже будут сейчас. Точно не МК. Деке тоже не особо нужен. Так. Вот так вот. Хочу посмотреть слева, кто. Чем бы заняться? Рассказывай. Кто еще не видел? Должен быть эльф. Не, Undead. То есть One Law тут у нас главный, да? One Law у нас тут главный. Чем бы заняться? Да почему никто не может никак дойти до сюда и собирать бабло? Кто еще не видел меня в бою? Пока ситуация меня устраивает. Говорит, на Мануэла не сделал, да, его тоже? Да вроде сделан. 425. Кто еще не видел меня в бою? Я больше. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Чем бы заняться? Агилу надо будет тоже продать. Ради... Кстати, агилу надо продавать. Даже это важнее. Амулетов Spell Shield полезнее, чем... Ну, будут нюкать. О, Ареникус. А, Реникуса совсем мало. И тут, видите, еще база есть такая, с которой можно поработать. Два виспа нужно здесь всего лишь. Потому что есть еще... Корона королей. Во, уже похоже на правду. Смотрите, какой блейд. Шикарный. Здание готово. Здание готово. Что оружие? Здание, что прикажем? Здание готово. Чем бы заняться? А? Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Чем бы заняться? Здание готово. Только я как-то закончился, скажись. Там лич умер, но в целом я немного был неправ. Ну, там было больше лимита воздушного. На-на. Ой, где там? Он поубивал мне Мануэл, но потерял героя. Это был кто? Анде, то есть One Law это был. Пайпу брать я не буду. Я бы взял пару свитков лечения. Очевидно, их там немножко не хватило.
меня в бою. Что прикажешь? Я в облачении тьмы. Что Сайленс не продал? Это было бы совсем. Выступаю немедленно. Он ло делает здесь базу. Давайте, раз уж он решил посражаться, будем с ним сражаться. Из лимита я выходить пока не буду, по крайней мере, пока у нас вот эти вот вещи недовысосаны. Здание готово. Я прилетел на крылья Владыка. Ну все. Кто еще не видел меня в бою? Кто еще не видел меня в бою? Что поручишь? Ван Ло такой. Я готов. Реникс бегает. Хороший выбор. Раступись. Чем бы заняться? Так, что тут? Тут я бы починился бы. Да, кто еще не видел меня в бою? Хороший выбор. Да? Железно. Я готов вершить месть. Да. Я прилетел на крылья ветра. Неплохо поймали. Но это благодаря Fairy Fire исключительно. Чем бы заняться? Что делать дальше? С одной стороны, сверху у нас все уже зачищено. Непонятно, что там этот One Law будет делать. Можно Blink Dagger взять. МК. Даже вместо, наверное, арбы полезнее будет. Да ладно, серьезно. Не видел меня в бою. Рассказывай. Я чем готов. Бы заняться? Да. Хожу из лимит. Да не хватает мне. Не хватает мне бас просто. Не видел меня в бою. Наша священная ручья сверлина. Кто звал меня? Да. Что прикажешь? Кто еще не видел меня в бою? Да? Кто сюда еще стал. Не видел меня в бою? Иду в агрессию. Заказываюсь. Пока параллельно ставлю базы. Не понял. Что, меня сажали, что ли? Не, у меня просто бин сбился. Я думаю, что? Где все гиппосы? Но все нормально. Чем бы заняться? Потихонечку начинаем здесь осаждать. Да. Да. Кто еще не видел меня в бою? У One Law лучше. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Выступаю немедленно. Экономика. Да. Да, владыка. Чем бы заняться? Что прикажешь? Мое терпение истощилось. Фаерлорд умер сразу. Дорогу. Чё тут кто? Кто ещё не видел меня в бою? Да. Видим, где у него мейн. Тут герои не живут, алло. Чё-то хотел. Чем бы заняться? Что прикажешь? Естественно, не живут. Мне не хватает химер, химеры долетают. Скину артефакт, попробую зайти посмотреть, что по центру есть. Блин, ну хватит уже, ну Миша, ну ё-моё. Чем бы заняться? Кто ещё не видел меня в бою? Кто ещё не видел меня в бою? Есть ещё одна корона, отлично.
Что поручишь? А? Ну, сейчас с химерами надо просто вышатывать его. Ну, все. Здание готово. Чем бы заняться? Да. А? Освобожу немножко лимитом. Чем бы заняться? Все равно гиппосы конкретно против ванлом мне не нужны. Он отстраивается, понятное дело. Возможно, я зря не форсировал атаку пока. Ну, надо клэп и блейдсторм делать. Нет, у него гарк много все равно. Граф, подчеркивание Д, подарил нет, один премиум. Нет, куда ты лезешь, Михаил? Так делать. Что с вышками сражаться не хотелось бы, друзьям. Где кладбище, алло? Беги, глупец, говорит. Так, и тут у нас СМФ внезапно, да? Кроме СМФ остался еще кто-то, нет? Ареникус, может быть? Нет, больше никого. Я близок к третьей победе. СМФ и экономика должна быть похуже. Я не помню, что у него по героям. Надо сейчас собраться, купить себе... Купить себе свиток. Так. Три здесь. А лучше два свитка, конечно, брать. Убиваем, один медведь мне точно не нужен.
Наш рудник истощен. Здесь перекапываемся, идем сюда. Чем бы заняться? Там но сюда надо будет уйти. Посмотри, что у нее по героям. Убить верхнюю базу. Можно наскоком попытаться это сделать. Что такое? Почему остановились? О. Гиппос. А третий грейд на защиту до сих пор не сделал. Ага, и он здесь. Таурен восьмой, Дима восьмой. Не, ну это беда. Тут без мага надо нюкать. Мага надо нюкать. Массовый телепорт, понеслась, блин. Почему я не могу телепортироваться, алло? А где вся армия? Можно узнать? Не, гиппогрифы не стреляют. Я вообще чушь сделал полную. Не весь телепортировался. Просто минус лимит. Но я СТП-шился никак. У меня телепортировался 1 МК. Такой дурак. Не сажали просто в салатерс. Ну все, я уже сплю. Триса, надо пытаться убивать эту штуку. Да у меня Т3 нет. Телепорта нет. Точка сбора не та. Кто еще не видел меня в бою? Кто еще не видел? Ну и плюс герои там топовые, конечно, которых я сейчас еще подкормил. Просто подкормил. Наши воины вступили в бой. Что поручишь? Мое терпение истощилось. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Выступаю немедленно. Что прикажешь? Я... Наш рудник чем истощен. Кто еще не видел меня в бою? А? И у меня с менеджментом беда. Да. Эти я не успеваю. Он сейчас заняться? Еще может меня разводить с этим, с массовым ТП. А? Легко. Хорошему нужно навязывать ему каким-то макаром битву. Наш рудник почти хз как. Он спокойно сейчас меня может разводить. Ну, нужно куда-то сюда идти, пытаться Блейдшторм пилить. Хороший выбор. Есть. Погнали. Хороший выбор. Да. Есть. Наши воины. Массовый ТП. Капец, какая жесть. А, у меня телепорта нет. Ну, классно. И падает МК. Не, я уже все, я уже, сори. Не, давай еще попробуем как-то восстановиться, но... Ну, вдруг у него там денег, типа, немного. Но я очень сильно фижу. Фидоню просто по жести. Фидоню.
Надо взять деку, по крайней мере, потому что я не успею восстановить героев. Здание готово. Наши воины вступили. Ну куда ты, блин? Точка сбора еще убогая у меня. Старые эти долетают. Трисоп! Блин, это еще провод мне кот тут мочит. Тяжело, друзья, тяжело. Это особенно жесткая катка. Деньги заканчиваются. Мое терпение истощилось. Что поручишь? Да. Да, владыка. Я готов вершить месть. Что прикажешь? Наш рудник почти поручишь? Истощен. Я воплощение. Что поручишь? Ответы моего клинка. Он верит, что здесь у меня тоже... Что прикажешь? Я воплощение. Наша рудник истощен. Священная роща осквернена. Блин, куда идти? Да, здание готово. Да. Что прикажешь? Что поручишь? Там десятый таурен, но я сам виноват. Слушаю и повинуюсь. Наши воины вступили в бой. Да. Что прикажешь? Я сам виноват. Что поручишь? Да, владыка. Кто тут хочет бы заняться? Он сейчас сюда телепортироваться может. Меня в бою. Да. Железно. Что поручишь? Кто звал? Кто еще не видел меня прикажешь? В бою? Выступаю немедленно. Наши воины вступили. Опа. Здание готово. А где? А, у меня точка сбора снова классная. Не, я слишком грубо ошибаюсь. У меня была точка сбора на Блейда, ну потому что МКУ уже убили. И минус 20 лимитов на ровном месте. Деньги закончились. Кто еще не видел меня в бою? Ну, сам виноват. Тут как бы вообще слив на сливе просто. Критуй, ну. Давай-ка сюда. Хотя выкапываем. Шредер может сюда идти. Че по добыче? Мне нет этого. Нет производства уже. Почти. Сюда надо химерку отправлять. Строить еще химерку. Наши войны. Ну, у меня тоже с этих довольно большое количество. Наша священная роща осквернена. Кто еще не видел меня в бою? Мануэлов. Кто еще не видел меня в бою? Да. Чем бы заняться? Да. Тебе надо прийти. Да, он меня убивает. Мейн. Надо, видимо, вот это вот убирать все. Переходить сюда поближе к центру. Да,
отдавать ему вот этот наш мейн, к сожалению. Наши воины вступили в бой. Здесь строить нельзя. Наша священная ручья осквернена. Кто еще не видел меня в бою? Да? Наша священная ручья осквернена. Чем бы заняться? Так, а здесь что? Здесь добываем 80 лимита, вот эту базу надо убивать. Здесь поставим, да? Шеста. Так, все, баз больше нигде нет. Дали мейн. Наша священная роща осквернена. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Здание готово. Здание готово. Да. Наша священная роща осквернена. Чем бы заняться? Ну погнали. Нам здесь надо воевать. Его много по-прежнему, но пока я жив. Здесь поставил базу. Изба оставил одного рабочего. И восстановился бы. Прикольно у нас тут оказывается. Я не успеваю все делать, друзья. Здесь нельзя пустить корни. Я минус все гипосы. Еще не видел меня в бою. Наши воины вступили в бой. Не успел отменить. Чем бы заняться? Выбирай, не торопись. Кто еще не видел меня в бою? Кто звал меня? Мое терпение истощилось. Да, владыка. Кто еще не видел меня в бою? Мое терпение истощилось. Здесь нельзя пустить корни. Ну, у меня нет ничего на даже, блин. Здесь нельзя пустить корни. Чем бы заняться? Что тут? Тут мы садимся, садимся. Чем бы заняться? У Херакил, что ли? Здание готово. А, у него опять лимит, блин. Какая грязь. Какая грязь! Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Здание готово. Кто звал меня? Кто еще не видел меня в бою? Наша священная роща осквернена. Чем бы заняться? Оружию! Кто еще не видел меня в бою? Железно. Да? Я не знаю, сколько у него денег. Чем бы заняться? Да. Лупс 32 поддержал ваш канал на 179 рублей и сообщает: Михаил, да. Что-то на вас не похоже, час 5 не фунду уехало, что ли, подчеркивание 5. Да. Погнали. Я готов держать месть. Кто еще не видел меня в бою?
достаточно маны. Что поручишь? Кто еще не видел меня в бою? Да, владыка. Что прикажешь? Я воплощение тьмы. Наши воины вступили в бой. Ну, блин. Что поручишь? Кто звал меня? Есть. Мое терпение истощилось. Чем бы заняться? Что прикажешь? Ладно, выигрываешь, что ли? Наши воины вступили в бой. Да. Я воплощение. Кто еще не видел меня в бою? Да, владыка. Ну все. Да. Я воплощение тьмы. Чем бы заняться? Что поручишь? Да. Я готов вершить месть. Эй! Что прикажешь? Блин, не могу дойти до туда. Инсалтарь? Да ладно, еще выиграть можем. Нет, так же нужно сделать. Кто еще не видел меня в бою? Да, владыка. Да. Да. Что прикажешь? Да. Я готов вершить что месть. Поручишь? Чем бы заняться? Да, владыка. Кто еще не видел меня в бою? Я да, владыка. Слушаю и повинуюсь. Наш блин. Хороший выбор. Отведай моего клинка. Чем бы заняться? Может, еще и нет. Мне нужно думать о химерницах все-таки. Восстановление здоровья. Но в целом я воздух его весь сожрал. То есть в следующий раз надо просто работать над его лимитом и все. Чем бы заняться? Ага, вот он. Мое терпение истощилось. Хорошо. Выступаю немедленно. А, почему? Что для хи... Что прикажешь? Кто еще не видел меня в бою? Так, давай-ка быстренько проверим, где у него еще могут быть. Наши воины да. Вступили в бой. Да. Чем бы заняться? Что поручишь? Чем бы что прикажешь? Надо бежать к нему на базу, убивать Мунвейла, по сути, это самое главное. Вижу Веспа, скорее всего, он с его помощью попробует справиться. Давай лорницу еще. Блин, Хантерс Холл. Нет, ничего нет. Мунвейла начинаем просто убивать здесь. Ну да, он тут. Слушаю и повинуюсь. Есть. Здание хороший готово. Выбор. Есть. Наши рудники вступили в бой. Кто еще не видел готово. Меня в бою? Мунвейла магазин самое главное. Вот он здесь делает, пытается архмага восстановить, как вы видите. Наша священная роща осквернена. Чем бы заняться? Угу, дерево, понял. Не видел меня в бою.
Мануэла, главное Мануэла, больше ничего не нужно делать. Пусть добывает. Кто убивает так. Добыча идет, хорошо. Блин, из такой жопы вытаскиваю вроде как. Так, что здесь? Здесь Hunter's Home. Еще один алтарь. Он, а может, не алтарь там. Кто еще не видел меня в бою? Раступись! Наши воины вступили в бой. Готов. Да. Порогу. Я воплощение тьмы. Чем бы заняться? Железно. Погнали. Что поручишь? Да. А, он здесь. Не видел меня в бою. Что-то я... Чем бы заняться? Все нормально. Я готов лишить месть. Выступаю немедленно. Что поручишь? Мое терпение истощилось. Дорогу! Кто еще не видел меня в бою? Кто звал меня? Чем бы заняться? Есть. Да, выигрываем. А, да ладно. Круто, 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 круто. Мое терпение истощилось. Круто, круто, круто. Делаю грейд на следующий тир. Здесь чинимся спокойным. Здесь надо архмага ловить идти. Я готов вершить месть. Здание готово. Чем бы заняться? Да. Там архмаг вполне может выбегать, уже надо будет внимательно его принимать. Блин, жалко. Надо добить. Дорогу. Потом сюда. Телепорт бы взять. Но в целом у него по карте все, больше ничего не вижу. У нас добыча идет с минимум с трех баз. Поэтому думаю, что мы здесь его где-то должны ловить. Димки-то у него нет. Восстанавливать его та еще проблема. Ну и спокойно тут убиваем ему Мануэл. Все остальное. Повар, привет. Да, ГГ тут, ГГ. Три победки, фуфа. Когда такое было? Не могу припомнить. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что смотрели. Я, пожалуй, пойду. Думал до 3-4 посидеть. Сейчас, подождите, я узнаю там, как дела. Может, никого, никто меня и не ждет. Гости. В общем, отлично посидели, турнир посмотрели. Завтра у нас Good Date, ориентировочно в 3 часа. Потом в 7 часов будет продолжение ESL-евского турнира. Поболеем тоже, посмотрим за нашими. В общем, благодарю. Приходите завтра. Пока-пока-пока. Хотел ливать, между прочим, здесь.